Авиационный коллапс в Новой Зеландии. Из-за сбоя в системе управления полетами были отложены рейсы всех аэропортов страны. По данным пресс-секретаря компании Airways New Zealand, сбой в работе радара произошел в 2:48 утра по местному времени. Длительное время самолетам, находящимся на земле, не давали разрешения на взлет, допускалась только посадка. Причина сбоя радара была выявлена через несколько часов после поломки. За это время около 160 международных и внутренних рейсов были вынуждены задержаться в аэропортах Новой Зеландии. Работа аэровокзалов восстановлена.